Балбешинске. Когда-то в Балбешинске росли деревья. Росла трава. Росли цветы. А потом остались только фабрики и заводы. В городе появилось много-много, очень много машин. Они вырезаются. И так происходят огромные врезы. А теперь ядовитые грибы растут по всему городу. Вообще по всему. Грибы, что вы тут растете? Мне это не нравится. Вы мне надоели. Экологическая обстановка катастрофически ухудшалась. Когда-то река была полноводной. В ней можно было купаться. Употреблять воду для питьевых нужд. А теперь она похожа на болото. Кругом был дымища, его становилось больше, еще больше. Начались необъяснимые явления. Здесь был Балбешинск. А теперь тут живут чудовища! Чудовища! А теперь мы идем к вам. 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 Это ж